Впрочем, доводы и увещевания дорожных полицейских не всегда остаются услышанными, поэтому сегодня сотрудники кандалакшского ГИБДД решили прибегнуть к помощи сказочных персонажей – робота и снеговика. Их роли с блеском исполнили студенты Кандалакшского индустриального колледжа. Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения и не пересекайте сплошные линии. Не пейте за рулем и не разговаривайте по телефону. Вас ждут дети и жены дома. Местом для проведения необычного профилактического мероприятия была выбрана федеральная трасса, и не случайно. По статистике, именно здесь чаще всего фиксируются нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения и превышением допустимой скорости. Только за прошлую неделю кандалакшскими автоинспекторами было составлено без малого два десятка протоколов. В рамках операции «Встречная полоса» мы, сотрудники дорожно-патрульной службы, а также совместно с учащимися КИК, решили обратиться к водителям, напомнить им стандартные, но очень важные правила: не пересекать черту, соблюдать скоростной режим и всегда напомнить им, что их всегда ждут дома. Если будут задумываться об этом, то у них всегда в пути все будет все хорошо. Ну и подошли мы таким немножко нестандартным способом, оделись мы в костюм снеговика и рыцаря, чтобы более запоминалось, наверное, и в следующий раз вспоминали они нас немножко таким нестандартным способом, чтобы мы подходили к такой ситуации. Оригинальный подход к решению проблемы дорожной безопасности водители, похоже, оценили положительно. Главное теперь, считают автоинспекторы, конечный результат – меньше ДТП и других неприятностей на дороге. А это во многом зависит от тех, кто сидит за рулем.